юбилей, да. Да, чтобы вас какой-то обслуживающей организации брать. Врачно жаловаться куда-то. Да, позвоните, у вас вот типа этот телефон, десятка вас обслуживает. Позвоните, скажите, документы исправили. Хорошо. Они же за это деньги будем платить. Ну да. Ну, учтем в следующий раз. Смотри, судя по таким вот надписям, да. Ага, еще и дверями хлопают же, жалуются. Тут дорегулировать это надо, доводчик однозначно. Тем более, да. А тут вообще жесть. Ну, я думаю, перекрасили ты не просто так, я думаю. Вот, тем более, да. Что такое? Музыка чья-то играет. Телефон, что ли, звонит? Я вообще выключил. Мне слышишь, что на телефон звонит. Сейчас посмотрите, посмотрим. Ну хоть здесь вид получше. Ну что, да, все? Все, да, даже по его карте проезжает со стороны. Понятно.